толкайте его, Азик, толкайте его, вытягивайте его, спихуйте его нахер. Вася, ответь, сука, Вася. Да, да, да. Что с Азиком, пришел? Нет, нет, за понтонами. Так вытягивайте его, что вы ждете? Вытягивай его. Дышайте, вы спихуйте со мной, давайте быстрее, парни. Сбрасывайте его нахуй, блядь, нахуй он вам нужен, блядь, этот Азик, блядь, нахуй он взяли с собой вообще, блядь. Бросайте его нахуй, этот УАЗик, давайте из бета распихуйте, вещи забрали, спихну и дальше поехали. Пусть хоть вещи перегрузят, там оружие и вся хуйня, блядь. Нахуй было его брать, блядь. Потому что мы не знали, что с нами пойдут разведчики, думали пойдем на УАЗике первые. А какие разведчики пошли? Да один пошел. Один, да. Он на чем пошел? Синий хрень. Я понял. Вася, что там, Вася? Пытаюсь. Парни, давайте быстрее, там, блядь. Быстро. Огонь, минометы, какой у меня прием? Вы не бойтесь, сейчас под прикол в тебя.
боевое состояние. Я сразу на комнату стали целый день сегодня. Ты, пожалуйста, успокойся. Под прикрытием темноты можно дойти их не так много. Наш ком где-нибудь перебежками, маленькими группами прикрывая друг друга. Как человек ползет, как стреляет. У нас 2/300, 1/200, 13 всего осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с тобой, вооружение. Что предлагаешь? У тебя некого к тебе послать. Некого послать. Я понял, прием. Прием, мы будем решать сами. Будем решать спас сами. Спасибо вам за помощь. Давайте по зданию, по ним. По ним работу, блядь. Какого здания? По ним работу. Сюда меня. Я туда с тобой. Лёд. Сюда же здание. Пулемет по зданию. По зданию работай, пулемет. Делайте это. Не делайте, не надо. Ты лучше ко мне как гость приедали. Отводи, ребят, не надо. Пожалей их, не потеряй, пожалей их самих. Отводи, Алик, дай команду. Ну, я это такой после начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну, правильно пойми. Я, например, тебе просто сердце, да, и... Ребята, я Азов, Гранит спрашивает. У нас есть хоть один танк, который стреляет? Как принял? Да, Мишка только что разрядился, готов. Мишка один. Я тебя принял. Аронит, я Азов. Да. А ретро говорит, что Мишка умеет стрелять. Мишка один, я ретро. Граниту на высоту. Он понял меня, прием. Мишка один, я готов.
наблюдаю там. Азов, выходи. Азов. Азов, Азов, я краб один. Азов на приеме. Вижу там, на 4 часа. Какая дальность? Корабль, я понял. Принял. Ранит и Азов. Да. Корабль видят 4 часа, один там. Я понял, понял. Азов, Азов, нет. Азов, вы приятны. Thank you.
тебя косило. Понятно, давай. Тренируй руку. Обратно ставить следы. Два лося у Лёшки 30 метров. Чуть-чуть. Да, если на мотах побежать. Большие, говори, дома. 20 метров подошёл, лёг. То есть он вышел прям, да? Встал? Встал. И стоял. Стоял, слушал. Я выстрелил, и они ломанулись. Поздравляю. И ты стоял, то есть ты стрелял уже по-стоящему, да? Да, он просто развернулся. У кого рация шипит, блин, так?